Сегодня мы представляем «Бумбу». Это наше внутреннее название этого проекта, что проект абсолютно уникальный. Наконец-то Промсвязьбанк презентовал обновленный интернет-банк, а также щедрую бонусную программу и уникальный сервис, не имеющий аналогов в России, «Умные деньги». В рамках презентации Елена Махота отметила, что в странах с развитой экономикой более 90% людей активно используют интернет-банкинг. В России цифры пока намного скромнее. Активными пользователями интернет-банка являются только 11%. Мой вклад начинает от того, как выглядит наше отделение, и заканчивая там бонусной программой, PFM, и что все бесплатно. Есть банки, которые берут деньги за интернет-банк. Эти банки находятся в топовых строчках рейтингов. Мы не такой банк. Промсвязьбанк весь 2013 год посвятил совершенствованию дистанционных сервисов и электронных услуг с целью популяризации интернет-банка. И это принесло неплохие результаты. Согласно представленной статистике, 85% транзакций клиента совершают через интернет. Приятным событием для клиентов станет акция от Промсвязьбанка, в рамках которой в течение 6 месяцев все платежи через интернет-банк будут проводиться без комиссии. Бонусными программами клиентов удивить сложно, но, похоже, Промсвязьбанку это удалось. Теперь в рамках программы PS-бонус клиенты смогут получать баллы за любые транзакции. Ими можно оплачивать услуги, совершать покупки в интернет-магазинах, но самое главное, эти бонусы можно обменять на живые деньги, получив до 1,5% от потраченной суммы. Бонусы мы начисляем за все. Клиент наш, открывая депозит, может получить бонус, получая кредит, расплачиваясь картой. Даже клиент, который получил кредит и регулярно, без просрочек, платит по этому кредиту за свое хорошее платежное поведение, тоже получает от нас бонусы. 20 тысяч интернет-магазинов, хочешь купить книгу в Озоне – пожалуйста. Хочешь купить там, детскую коляску в магазине каком-то – пожалуйста. То есть здесь мы реально клиенту даем свободу выбора, это очень важно. Главным событием стало внедрение личного финансового помощника сервиса «Умные деньги». На разработку проекта ушло 1,5 года. И, наконец, клиенты Промсвязьбанка получили возможность отслеживать и корректировать свои расходы. Это сервис, который позволяет тебе видеть, куда ты тратишь деньги, на что уходят деньги, сколько денег уходит на питание, сколько денег уходит на одежду, сколько ты скопил. И если ты ничего не скопил, например, это повод задуматься и начать копить. Ребята! Кто может сказать на кофе, сколько в прошлом месяце у вас вышло денег? Может, кто-то ручка с... Нет? Сервис, он позволяет вам по категориям разделить все ваши расходы. Если вам очень хочется, вы можете сойти и сделать тонкую настройку. Но в целом сервис позволяет вам видеть, сколько вы тратите, на что вы тратите. Вы видите то, как мы тратим? Или это наша конфиденциальная частная информация? Банк видит, как тратит клиента, банк независимо видит все транзакции клиента, безусловно. Для того, чтобы показать все преимущества сервиса, Промсвязьбанк пригласил 3 популярных людей принять участие в реалити и на себе испытать, что такое умные деньги. Новые карточки отведешь. Какая-то злая птичка. На счету каждой карточки 70 тысяч рублей. И на эти деньги наши герои будут жить 1 месяц. Мы будем давать им задания. Они должны на своем личном примере доказать, что любой жизненный вызов, который мы для них подготовили, подло, они готовы вот этими деньгами выполнить. И сами будут решать, с какой суммой. Главное, чтобы к концу месяца на карточке остался ноль, но при этом хватило на последнее задание. Шеф-повар Денис Крупеня, дизайнер Антонина Шиповалова и исполнительный директор портала Банки.ру Елена Ищеева получили именные карты с балансом 70 тысяч рублей и доступ к сервису. В течение месяца им предстоит распоряжаться этими средствами, а главное делать это с умом, пользуясь сервисом «Умные деньги». Победителя будут выбирать открытым голосованием. За успехами звездных участников все желающие смогут следить на страницах банка в соцсетях, а также в блогах на сайте Промсвязьбанка. Юлия Нагорная, Евгений Копосов, Банки.ру.